место. Сейчас наши ребята закончат приготовление. Практически уже все пристегнулись. Пристегнулись лыжи, снаряды, сноуборды. И отсюда мы начнем. Стартовая точка. Сверху видно, видно хорошо, как спускаются люди, которые еще готовятся к старту. Видно верхнюю точку, обзорную площадку, где мы были только что. Ну и, конечно, открывается великолепный вид. Вид на горы просто завораживает.